Саламастарма, құрметті отандастар, здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня я в прямом эфире хотел бы подвести итоги митингов, которые прошли в субботу 22 февраля в 14 часов дня. Я перед началом эфира хотел бы поблагодарить наших сторонников, неравнодушных граждан, которые 22 февраля, рискуя, несмотря на давление со стороны власти, вышли на этот протест, чтобы дать сигнал этому режиму, что граждане страны не будут терпеть тот произвол, который 30 лет существовал в нашей стране в период правления Нурсултана Назарбаева. Я хотел бы поблагодарить многих участников социальных сетей, которые освещали эти события, записывали на видео, писали посты. Я уверен, что наступит какой-то момент. Сегодня, если они отражают, показывают протест, пишут посты, совсем скоро эти наши неравнодушные граждане будут стоять вместе с другими на площадях страны, с теми, кто преодолел свой страх сегодня. И сегодня выражает протест и показывает этому режиму, что они не готовы мириться с этим преступным режимом. Уважаемые друзья, наше гражданское общество развивается. У нас действительно будет гражданское общество, которое существует в западных странах. Именно гражданское общество контролирует свою власть. Именно гражданское общество своим вкладом, своим голосом выбирает власть и заставляет власть работать на народ. И я рад сообщить вам, что 22 февраля мы увидели новых людей, которые пришли поддержать старых активистов, пришли показать, что наши ряды пополнились, и пришли показать, что наши действия не пустые. Я знаю, что очень много пессимистов, которые жалуются, говорят, и чего мы добились? Мы разве добились смены режима? Да, мы сегодня еще не добились режима, смены режима. Но вы все должны знать и понимать, что этот процесс нарастает. Мы в конце концов должны добиться, когда на улице выйдет десятки тысяч. Нет никакого другого рецепта, как сменить мирно этот режим, как вывести на улицы десятки и сотни тысяч людей. Это уже проверено во всем мире. Я уже говорил о том, что даже сварить мясо существует свой рецепт. Нужно варить определенное время. Нужно, чтобы она кипела определенное время, и только тогда мы можем говорить, что продукт готов к употреблению. Но если вы этот продукт варили всего лишь 5 минут в холодной воде, а затем вопрошать, ну как, это мясо нельзя есть, но вы сами понимаете, рецепт не рабочий в таком виде. Я привожу такой простой жизненный пример, чтобы вы понимали, что рецепт смены режима, он давно отработан. Это не я его изобрел. Не наше политическое движение «Демократический выбор Казахстана», не мы изобрели интернет, не мы машины, но мы этим пользуемся, знаем, как это работает, так и, собственно, как происходит смена политического строя в авторитарных странах. Это уже отработанный материал, это уже известно, написаны учебники, на наших глазах происходят перемены. Во многих странах они произошли, в Грузии, в Армении, в Украине и в других странах именно так и происходит. Недавно во Франции в течение месяца были массовые митинги, забастовки сотен тысяч людей. И таким образом, даже в демократической стране, те люди, которые обладают правом и возможностью влияния на власть, именно использовали инструмент давления на правительство, митинги, и они добились успеха. Все эти поправки, пенсионные законодательства, которые собиралось нынешнее правительство внести, народ отбил, вернул в исходное состояние. Поэтому, уважаемые друзья, митинги сейчас именно для наших граждан являются единственным инструментом того, чтобы добиться перемен. Единственным инструментом, потому что вы знаете, на выборах президентов идет фальсификация. На выборах в парламент партии существуют только провластные или те, которые изображают, что они не провластные, но хотят получить регистрацию и таким образом легитимизировать выборы, как в свое время Касанов легитимизировал президентские выборы. Поэтому этот режим нам не оставляет никаких вариантов,
кроме как выходить на мирные акции протеста. И они всегда добиваются успеха такого рода митинги, когда на улицы выходят десятки тысяч людей. Вспомните, что было 9 июня. 9 июня, когда был день президентских выборов, власть объявила, что задержанных было около 5 тысяч человек в Алма-Ате и в Астане. Большая часть, судя по всему, была в Астане. И приблизительно, наверное, суммарно протестующих было в Алма-Ате и в Астане не более 20 тысяч. Но вы посмотрите, как захлебнулась власть. Задержанных отвозили до Караганды, за 200 километров от Астаны. То есть не было, не хватало мест в тюрьмах. Полиция захлебывалась, привлекли отряды полиции из соседних городов, районов. Всего лишь 20 тысяч в двух городах. А представьте себе, что если выйдет 3-5% от всего населения, даже 3% от 18,5 миллиона человек, всего населения это 500 тысяч. И вы понимаете, что тогда наступает ситуация, когда власть не просто захлебывается, а просто она меняется, потому что 500 000 человек не может удержать никто, ни армии, ни полиции, ничего. И поэтому это единственный рецепт смены режима и добиться тех требований, которые выдвигает наш народ. И вот, собственно, 22 февраля мы видели большой подъем. За неделю до проведения этого митинга, начиная с 15 числа, власть начала превентивно задерживать активистов. Обратите внимание, эти люди не заявляли о том, что они идут еще на митинг. Они не призывали, что пойдут на митинг, но тем не менее они получили по 10-15 суток. По 10-15 суток. Некоторых просто накануне задерживали. То есть власть была напугана и анализировала. Когда мне говорят, что власть не была напугана, нет, уважаемые друзья, она была напугана. Она пыталась таким образом превентивно снизить накал, который существует в обществе. Вы помните, наверное, за два дня до проведения митинга Генеральная прокуратура сделала специальное заявление, запугивая и требуя, чтобы население страны не выходило на митинг. А как это можно еще квалифицировать? Разве кто-нибудь в стране проводит митинги так, чтобы все силовые структуры были мобилизованы, чтобы тысячи полицейских были разбросаны по всей стране, караулили около квартир, отлавливали активистов, заранее не давая, чтобы они приходили на митинги. 22 февраля – это был на самом деле один из уникальных дней нашего, я считаю, современного сопротивления этому режиму. Потому что 22 февраля в рядах активистов были представители гражданского движения партии Коще. Коще – это улица. Это те активисты, которые уверены и убеждены, что этот режим будет отступать только тогда, когда мы свой протест будем выражать на улицах. И мы, Демократические выборы Казахстана, поддерживаем это политическое движение партии Коще. Уважаемые друзья, я еще раз хотел бы перечислить, что делал режим. Ну, во-первых, задержание по всем регионам. Второе. Закрывали социальные объекты, разные торговые центры, магазины и все прочее. Вы знаете, что их принудили, руководство этих объектов, чтобы они закрывали свои учреждения и заявляли, что они опасаются проведения митингов. Вбрасывались разные слухи, запугивались, рассказывались какие-то страхи. Это всегда происходит накануне всех митингов. Третье. В этот раз власть была до такой степени напугана, что она отключила тотальный интернет. Особенно были блокированы очень сильно такие города, как Алматы и Астана. И как вы видели, что Азаттык, я теперь буду его называть не Азаттык, Нур Азаттык, который полностью обнажил свое лицо, провел репортаж для партии так называемой ДПК, а затем, когда через пару часов начались наши акции протеста по призыву ДВК, Азаттык куда-то пропал, ну и собственно как бы вроде и не было интернета, никаких, скажем, репортажей Азаттык не делал, Нур Азаттык, я еще раз поправлю. Ну и вы видели, что средства массовой информации получили особые инструкции, чтобы они именно освещали сам протест в формате только
подставной партии власти ДПК. Накануне, за несколько дней, все средства массовой информации говорили только о ДПК. Затем, в тот же день, все провластные СМИ только о них и говорили. То есть, была идея в сознание ваше внедрить, что есть какая-то якобы оппозиционная партия, которая борется за интересы народа, у них такая же риторика, как у всех противников режима, и вот видите, они вот как бы сопротивляются, но их число маленькое, вышла небольшая группа людей. Хотели таким образом показать, что режим сильный, его поддерживает большинство, есть вот какая-то вот небольшая партия, у которых небольшое количество сторонников, вот не жалко, что называется, нате, смотрите. И таким образом режим пытался скрыть активность всего народа, активность партии Коще, активность демократических выборов Казахстана, активность именно самого гражданского общества. Вот была цель, чтобы вы впали в уныние и поверили, что режим сильный. Вы еще видели, что в этот раз уже режим более концентрированно демонстрировал другие инструменты. В частности, были так называемые отряды женщин в черной такой одежде, полицейские, которые задерживали старушек, задерживали девушек партиями. И вот такие вот красотки в черных одеждах ходили и демонстрировали, что вот они поддерживают режим. Вот. И вот все это, если посмотреть, то мы теперь можем сделать выводы о том, что происходило на этом митинге. Во-первых, вы все знаете, что мы объявили лозунги, политические лозунги за достойную жизнь, если одним словом говорить. Но в рамках этого требования на митинги могли выйти все те, кто имеет свои вопросы к власти. Это многодетные матери, это студенты, это ипотечники, это все те, кто хотели списания этих грабительских кредитов. Это и автомобилисты, и все те, кто потерял деньги на разных мошеннических схемах разных компаний в виде пирамид. То есть это был такой консолидирующий митинг. Но обратите внимание, что в итоге все эти требования вылились в единственный лозунг – «Шалкет». Особенно в Шымкенте даже провластный Акзат Нуразатык показывал, как люди говорили «Назарбаев кетсин», «Дариға Назарбаева кетсин», «Шал кет». Вы это все видели. То есть сегодня у нашего общества четкое понимание, что этот режим должен уйти, и как бы ни прятался Назарбаев за Токаевым, все понимают, что власть в руках Назарбаева. Именно поэтому люди на улице кричали «Шал кет». Я хотел бы сказать, что в этот раз меня порадовало, что люди перестали бояться полиции. Они вели репортажи с РОВД. Именно там организовывали произвольные митинги. Вот в Бостандыкском РОВД вы видели в сети, как десятки людей выходили с флажками Казахстана и озвучивали требования к этой власти. Вы видели репортажи с автозаков, как люди сопротивлялись полиции и оттуда вели репортажи. Я видел, в автобусе сидели участники митинга, они смеялись, делали селфи, они уже ничего не боятся. Собственно, сама полиция тоже была напугана, они были уставшие от того, что шел вал протестантов по всей стране. Сейчас правозащитники проводят подсчет задержанных по всей стране, и на данный момент мы имеем цифру, более-менее подтвержденную пофамильно, это около 400 человек. Но в реальности, как вы понимаете, эта цифра была значительно больше. Потому что в этот раз полиция оцепила огромный периметр территории, там глушили интернет, людей не пропускали. В частности, жители Актобе писали, что около мест проведения митинга приблизительно 1 километр был охвачен силами полиции. Полиции были с собаками в бронежилетах, не пропускали людей. Но я хотел бы отдельно поблагодарить жителей Актобе, которые вышли на протест. В этот раз их было сотни.
Я сам, честно говоря, был удивлен, что в региональном городе такое количество было протестующих. И сами жители Актобе говорят, что в этот раз вышло во много раз больше, чем на прошлых митингах. То же самое происходило в Астане. Нам активисты пишут, что со всех сторон шли потоки, потоки, потоки людей, и полиция пока сумела удержать ситуацию. Но, уважаемые друзья, еще раз хочу сказать, что 9 июня всего лишь было около 20 тысяч протестующих, и полиция захлебнулась. Я уверен, что очень скоро наступит момент, когда наша активность вырастет, вы, те самые активисты, проведете большую работу, вовлечете новых наших сторонников, и завтра на улице выйдут точно десятки тысяч. Я хотел бы еще раз остановиться, каким образом власть будет манипулировать. Мы уже поняли, что эта власть будет отключать интернет в местах проведения митинга, эта власть будет заранее задерживать активистов, эта власть будет запугивать штрафами, запугивать какими-то еще другими угрозами. Будут превентивные задержки, но самое главное в этот раз, что власть сделала, они начали пытаться обмануть людей, создав подставные структуры типа ДПК Мамая. Вот Мамая задержали на двое суток, и он радостно, дали трое суток, и он радостно сообщил, что прокурор Карасайского района и областной суд без него приняли решение, они его выпустили, всего лишь дав посидеть ему двое суток. Представьте себе, человек делает призыв проведения митинга и получает всего трое суток. Огромное количество активистов без всяких призывов получает по 15, по 10 суток жесткое задержание. Их удерживают, не выпускают на улицы, караулит полицейский. А здесь, знаете, вам двое суток довезли до дома, и он об этом радостно сообщает. И еще я хотел бы сообщить вам, уважаемые активисты, уважаемые наши граждане, которые хотят перемен. Есть такая газета «Жас Алаш», казахоязычная, чтобы все знали. Это давно газета находится под контролем власти. Конкретно им управляют Тимур Кулебаев и Карим Масимов. Вам для этого не нужны никакие доказательства. Вы должны знать, что газета «Трибуна», которую вели Мама и Инга, они не могли ее вести, все время испытывали трудности, давление и так далее. А тут вам, пожалуйста, главный редактор была Инга Мамбай. Вот сегодня ее считается, что как бы отстранили. Что будет делать теперь власть? Власть будет использовать эту партию, создавать образ мученика, искусственно создавать какие-то проблемы. Но они будут мелкие по сравнению с тем, что испытывает реальный противник режима, это будет полная ерунда. Таким образом, у власти идея оттянуть протестный потенциал, раздробить и не дать возможность нам собрать в силу в единый кулак. Вот что будет делать власть сейчас, в ближайшее время. Не обманывайтесь, никакой проект ДПК не списан. Они его будут все время развивать, двигать. Средства массовой информации будут рассказывать, что это действительно оппозиционная партия. Не верьте, это проект Косанов уже 3, даже не 2. Мамай получил повышение. Повышение, потому что теперь, как он сказал, он оказывается важный человек. Оказывается, у него двое детей, и поэтому его выпустили. Оксана Шевчук, 4 детей, нате вам тюрьму. Джакшев, 5 детей, нате вам 11 лет уже сидит в тюрьме. И таких активистов, у которых 4 детей и более, они сидят по 15 суток, никто их не спасает, никакой не прокурор. Поэтому этот режим открыто просто прокалывается. Не обманывайтесь, не идите за куклами режима, действуйте. Я еще раз хочу сказать, мы поддерживаем активистов партии Коще. Нам нужно поддержать тех людей, которые попали в тюрьмы, попали под штрафы, оказывать всемерную поддержку. Это наши национальные герои, это наша будущая национальная элита, это вообще будущее нашей страны, потому что именно они дают пример построения свободного общества, чтобы наши граждане ничего не боялись, влияли на власть, и тогда завтра мы построим реально свободное общество. Я еще раз хотел бы обратить внимание, какие власть приемы использует. Я откровенно скажу, с большим уважением относился к казахстанскому бюро по правам человека Евгения Жовтиса. Но я понимаю, что они испытывают определенную форму давления, но тот шаг, который ими сделан сейчас, в данный момент, я считаю, носит негативную оценку, негативный характер.
Я конкретно обращаюсь к Евгению Жовтису. Ему как-то удавалось балансировать, стоять в стороне от этого процесса, какую-то свою работу правозащитную делать, но сейчас это бюро, ну раз оттык, и в частности Сергей Дуванов, который тоже там работал в этом бюро и, по-моему, продолжает работать, они сейчас проводят очень плохую работу, они фактически стали сторонниками режима, потому что совсем недавно эти люди тоже пострадали, сидели в тюрьмах, сегодня они предоставляют площадку подставной партии, власти, вместе с ними двигаются, при том всем, что до этого это бюро лежало, что называется, на дне, мягко маневрируя, чтобы власть позволяла им делать свою работу. На сегодняшний день они прямо дают свою площадку, двигаются, и в этих условиях, в авторитарных, жестких, как вы понимаете, это было невозможно несколько лет назад. Это, по сути, невозможно сейчас, но они это делают, и их никто за это не преследует. Мы все должны стать грамотными и научиться, как власть манипулирует. Мне сегодня задали вопрос, как же так власть выталкивает людей, которые критикуют режим, и им ничего за это не делает, особого серьезного. Как же так своими руками сами себя бьют? Для тех, кто это не знает, не понимает, я просто хочу отправить в соседнюю страну. Есть такая редакция, радиостанция «Эхо Москвы», которая вроде как бы против режима, создается картинка для Запада, что вот есть свободные радиостанции, которые критикуют режим Путина. На самом деле, «Эхо Москвы» прямо финансируется «Газпромом», «Газпром Медиа». «Газпром» — это структура Путина, жестко контролирующая властью. Вот вам пример. Зайдите посмотреть «Эхо Москвы», если вы не можете понять, почему это происходит в нашей стране. Таким образом, власть как бы создает якобы оппозицию, которая дергает за нитки. Мы не стремимся к никакой монополии, мы хотим показывать истинное лицо тех, кто изображает, что они противник режима. Мы хотим показать, что власть действует более изощренно. Мы хотим, чтобы наши граждане были грамотными и не обманывались на таких примерах, как Косанов, когда сотни тысяч побежали за Косаном, а сегодня некоторые из них бегут уже за подставной партией ДПК. Я снова и снова хочу сказать, что наши граждане очень скоро научатся быть очень грамотными, и тогда этот режим не устоит. Мы будем в ближайшее время проводить новые митинги. Я вижу, что от каждого митинга, каждому следующему митингу появляются новые и новые люди. Мы, безусловно, будем разрабатывать новые механизмы, которые позволят расширить круг протеста. Именно расширить. Нет другого инструмента, как единственный, это выход на митинги. И наша задача вывести десятки тысяч. Тогда режим будет сломлен. Именно тогда. Не тогда, когда выходят сотни, а именно когда тысячи и десятки тысяч. А значит, мы должны это делать работу. Мне говорят, придумайте какой-то новый способ, чтобы обмануть полицию. Придумайте другой способ, чтобы, сидя за компьютером, изменить режим. Уважаемые друзья, этого не будет. Не будет. Без наших действий, без нашей борьбы, без сопротивления режим добровольно власть не отдаст. Режим добровольно отдаст власть только тогда, когда нас будет десятки тысяч неравнодушных, готовых бороться за свои права, не сидящих в стороне, не боящих чего-то, а именно готовы чем-то пожертвовать. Сегодня таких людей немало. Асхат Жексебаев из партии Коще регулярно попадает на 10-15 суток, но он каждый раз выходит, и у него сторонников становится больше и больше. Сегодня партия Коще разрослась, и там я вижу, уже за короткое время они набрали более 5000 сторонников. Уважаемые друзья, так и будет. Только такими действиями мы можем добиться перемен. Я еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто вышел на митинг 22 февраля. Я хочу призвать, чтобы мы дали оценку нашим активистам, которые попали под пресс режима. Я хочу призвать вас, чтобы мы помогли этим людям, оказали полное содействие, материальное, моральное, любое. Потому что завтра мы построим действительно новую страну. Страну тех, кто думает о будущем, думает о стране, кто будет думать и действовать решительно,
чтобы мы действительно построили сильную, независимую, крутую страну. Еще раз спасибо всем, кто нас поддержал. Алга, Казахстан!